двукратный чемпион Узбекистана по битбоксу Шахрияр Артыков. Моя жена спала в берушах ночами, пока я репетировал. Я готовился 2 месяца каждый день. Я очень серьезно к этому подошел. И я пытался придумать что-то такое, что, ну, скажем, нестандартное. Я рискнул с этим выступлением. Есть вариант, что люди даже не поймут, что все это создал я. Главное, слух же, ты ее слышишь. И ты слышишь, что это очень чистенько и очень, скажем так, достойно. Поэтому посмотрим, что он сегодня нам покажет. Этот прибор повторяет все звуки, которые я имитирую при помощи рта. Сейчас я изо всех сил постараюсь перенести нас совершенно в другую звуковую атмосферу. Шахрияр Артыков. Приветствую. Доволен выступлением? Я очень старался сделать что-то необычное, так как аналогов не было. Ну, пришлось придумать все это самому. Ну, я думаю, было неплохо, как минимум. Ответ наших судей. Шахрияр, действительно, вы внедрили нас в такую атмосферу, что до сих пор я отхожу от этого. Спасибо вам огромное. Номер удался. Действительно, вы смогли. Это было уникально. Даже спасибо прохладно большое. Стало нам. Спасибо большое. Тебе спасибо. Удачи.
Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.